Привет! Всем привет! Меня зовут Злата, и я участвую в конкурсном отборе на смену в Артеке «Море Медиа». Мне 16 лет, и вроде я никак не отличаюсь от обычного подростка. Но на самом деле есть во мне кое-что интересненькое. Во-первых, я живу в Крыму, в поселке городского типа Партенит. А во-вторых, я учусь в артековской школе. Да-да, той самой артековской школе. Уже 2 года я обучаюсь в школе журналистики при подростково-молодежном центре города Алушты. Вела рубрику «Новости Партенита» на местном телеканале АТВ города Алушты. Но я не только журналист, я еще и актер. Могу похвастаться, что я принимала участие в съемках фильма «Артек. Большое путешествие». Также я участвую в проекте от живой классики «Вслух. Чтение слепым и маловидящим детям». Хочу добавить, что когда я была на смене в Артеке, я попала в отряд «Артек Медиа». А вообще, я очень дружелюбный человек и могу находить общий язык со всеми. Медиа – это мое призвание. В будущем я хочу стать журналистом. Я уверена, что эта смена поможет мне отточить мои данные и навыки журналиста, а также даст мне больше практики.